Добрый день, дорогие друзья, с вами, как всегда, Александр. Я вас приветствую на своем канале «Познание неизбежного». И тема сегодняшнего видео будет из раздела «Психология, хиромантия, астрология». Да? Мы продолжаем изучать одну из самых древнейших наук, это науку хиромантия. Да? Это основа индийской философии. И мы сегодня рассмотрим такую тему, как иммиграция. Да? Именно иммиграция, не поездки, не путешествия, не переезды, а именно иммиграция. Это переезд человека, то есть человеком на постоянное место жительства в другую страну. Итак, дорогие друзья, сегодня хочу принести извинения, что долго не входил на связь. Вы понимаете, что у меня очень много работы, и из-за того у меня не было времени просто снимать видео. Да? В зимний период я более свободен и могу выкладывать видео по урокам по хиромантии, да, по психологии, по ландшафтному дизайну. Да? И в дальнейшем, я думаю, мы продолжим изучение этой прекраснейшей древнейшей науки под названием хиромантия. Да? Итак, сегодняшняя тема будет посвящена полностью иммиграции. Да? Это переезд человеком в другую страну, да, с той страны, в которой он проживает, в другую страну, да, именно за рубеж. Да. Эти знаки говорят об иммиграции, не о путешествии, не о поездке, да, командировочной, либо вообще поездка, да, в гости, не переезде с города в город, а именно говорят об иммиграции. Об этих знаках мало кто говорит. И мало кто обращает на них внимание. Я вам скажу, что это неправильно, понимаете? Потому что эти знаки говорят, что человек 100% переедет в другую страну, поменять родину, да? Итак, первый знак иммиграции, который мы сегодня рассмотрим, это будет разрыв на линии жизни. Смотрите сюда. Если вы увидели у себя вот такой вот знак, вот так вот, линия жизни разрывается, как я нарисовал здесь, либо первый, либо второй, либо вот так, либо вот так, да, с замещением, да, это обозначает то, что вас ждут большие перемены в жизни, да. Сверху разрыва должна находиться линия переезда, вот так вот, как здесь нарисовано, либо вот такая вот маленькая, либо вот такая вот длинная, да. Это говорит 100%, что человек переедет жить в другую страну. Что обозначает сам разрыв? Это кардинальные перемены в самой жизни. Да? Тот же языковой барьер. Да? Вы когда переезжаете в другую страну, естественно, вы не знаете язык. Либо плохо знаете, либо вообще не знаете. Да? Естественно, вас ждет языковый барьер. Да? Вас ждет шок, потому что вы меняете, вам нужно изменить свой менталитет. Потому что на той территории, которая, в куда вы переезжаете, менталитет совсем другой. Да? Это тоже вовлечет вас в шоковое состояние. Естественно, из-за этого линия жизни разорвется и покажет в это время, да, что вас ждут большие перемены. Да? Это будет равносильно тому, что лодка плыла за течением, а потом будет плыть в обратную сторону. Да? Это то же самое, понимаете? Это сравнимо с этим. Для тех, кто играет в лотерею Green Card, да, может, слышали, что есть такая лотерея Green Card, которая разыгрывает вид на жительство Соединенных Штатов Америки. Да. Вот хочу показать знак, который покажет, что вы выиграете Green Card у США. Да. Вот вы увидите, у вас на разрыве, вот будет разрыв вот такой вот, да. Будет маленький треугольник, который направлен внутрь ладони, к большому пальцу. Да? Это говорит о том, что вы выиграете в лотерею Green Card, да, в это время. Эта информация будет полезна для тех, кто именно играет в эту лотерею. Для тех людей, которые как бы хотят соединить жизнь свою, да, свою судьбу с иностранцем. Да? Этот знак, который я покажу, он будет для них полезен. Да? Они могут определить по своей ладони, что их ждет замужество, либо женитьба, да, на иностранце, на человеке, который проживает в другой стране. Итак, смотрите, вот
на холме Луны, если вы видите, вот такая вот линия, которая поднимается вверх к линии судьбы, да, направление линии судьбы. Отходят такие линии в сторону две, да, это самое, к ударной части ладони, внизу, да. Это говорит о том, что человек свяжет свою жизнь с иностранцем, да, то есть женится, либо выйдет замуж за иностранца, да. Также еще другой знак говорит о том, что человек свяжет жизнь с иностранцем, да, это такая линия, которая будет возле самого разрыва, да, на линии жизни. Вот она рядом будет идти, не соприкасаться с линией жизни, да. Это говорит о том, что партнер по браку будет с другой стороны. Это брак с иностранцем. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрели несколько знаков, которые говорят о иммиграции, именно переезда в другую страну. Да? Я надеюсь, что та информация, которую я вам предоставил, будет для вас полезна, да, и интересна. Еще хочу вам сказать, что не будьте авантюристами. Да? Вы должны быть готовы к самой иммиграции. Да? Вы должны понимать, что там, за горой, вас никто не ждет. Понимаете? И все зависит только от вас самих. Если вы собрались ехать за границу, значит, начинайте изучать иностранный язык. Язык той страны, в которую вы собираетесь переехать. Да. Вы читайте об этой стране, об уровне менталитета, да, об обычаях. Потому что, когда вы переедете туда, да, и если вы не будете изучать эту информацию, вам будет очень и очень тяжело на данной территории. Но я надеюсь, что после того, как вы посмотрите мое видео, оно вам поможет, да, оно вас вдохновит, и я надеюсь, что у вас все будет прекрасно. Итак, спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Александр на канале «Познание неизбежного». Всего вам хорошего, до свидания.